Patrick Lancaster, right now we are in the Kharkiv front line with the 5th Reconnaissance Assault Brigade Rubezh of the Russian forces. And this is number two of a two-part series in their secret drone laboratory, experimental, I should say, maybe not secret since we're here, but experimental drone laboratory system. And we're showing you here today, if you didn't see the first report, make sure you go back and watch that. But today we're showing you Russian forces' first hybrid, well, first, maybe there's more, but it's the first time I've seen it, hybrid tank, a fiber-optic tank. Well, it's actually a miniature tank. And we're here going to show you with the examples of the commander here on site, how it is controlled, what are the limitations, and how it is a hybrid. It could be a optic or radio controlled drone. And we're going to show you what really is the real situation with these drones, because everybody thinks, oh, fiber optic, this bedbag new drones and everything. But in reality, it's not so complicated not so much of a difference between optic and radio controlled drones. And we're here with Russian forces soldiers to show you exactly what the real situation is. Please like, share, subscribe. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Здравствуйте. Приветствую. Можно представиться себя? Йода, старший техник БПЛА. Можно сказать, что это? Это пульт от танчика, а это оптоволокно. Ага. И как я понимаю, это могу это и это, да? Да, можно на радио, можно на оптике. Угу. Можно покажи, что есть здесь? А, что здесь есть, да, конечно. Это получается наш танчик. В плане у нас он делает подвоз, как провизию, боеприпасы. Если где-то в трудных местах, мы вывозим на нем и раненых, ну, 300-х, если это необходимо. Ну, также ложим в прицеп и вывозим. Незаменимая вещь на данный момент. Скажи, ну а зачем он нужен, если, грубо говоря, он сводит пальцы, носил, как бы, стиральный? Чем нужна эта штука? В плане того, когда у тебя от лесополки до лесополки открытка есть, чтобы не рисковать бойцами, мы отправляем танчик. Чтобы лучше пострадает танчик, чем пострадают бойцы. Какая вот у него по сравнению с человеком скорость движения? Он разгоняется до 40 км в час. Быстрее человека? Быстрее, намного быстрее. А в плане незаметности, бесшумности? В плане бесшумности у него, ну, он не сильно шумит. Если ты стоишь где-то в лесополке и все это движение происходит, его не слышно. Если он заехал в траву, его даже не видно, одни антенны торчат. А в плане вот тепловое излучение, то есть на электрическое? Он работает на электричестве, но как мы на данный момент делали, чтобы его сверху не видно было, мы его укрывали одеялом антидроновым. Его не видно, сверху не засечь, он едет спокойно по лесополке, надо ехать по лесополке, по полю, где есть трава, его даже не видно и не слышно. Этот дрон может утащить 250 килограмма именно продуктов, боеприпасов, все что угодно. Пожалуйста, я вижу, что сзади есть прицеп. Зачем это? А в плане того, чтобы можно нагрузить и сюда, здесь сделать, и вместительность больше, намного влезет в прицеп. Это для случая объема грузов? Да, да, да. В плане того, чтобы если загрузить 300 литров воды, сюда нагрузишь, это и все, все, что он увезет. Чтобы не делать много ходок, нагружаешь его по полной и отправляешь. What's the maximum range? 15 километров на нем отъезжали. Дальше задач не было, дальше не ездили.
главный вопрос. Какие принципы управления? То есть я вижу, что сверху лежит пульт управления и около оконной катушки. Как им можно управлять? Здесь также, вот сейчас на данный момент, здесь сделано управление радио. Если где-то у нас опять есть рэп, мы его можем спокойно переделать на оптоволокно. Оптоволокно можно поставить на любую технику, которая ездит, летает, куда угодно. Также ее берешь, устанавливаешь и поехал. А можешь поговорить еще раз, какая дальность, какая самая большая катушка на сегодняшний день вашего снаряжения оптоволокна? Самая большая, которую я сам испытывал, 50 километров. На сегодняшний день мы можем использовать такие дроны также и на радио, также использовать оптоволокно. Оптоволокно подойдет к любому дрону, что наземному, что воздушному, можно установить куда угодно. И как вы бы сделали это оптик? А, оптику? Да. Ну, тут бы переделалось бы все. Я бы в плане... Здесь не как дрон, здесь маленько сложнее, здесь надо разбирать его, устанавливать крепление, позапитываться. Здесь намного сложнее. Это дрон получили не так давно, где-то полмесяца назад. Это ответ на вампир, та самая Баба-Яга. Только этот дрон несет больше, летит дальше. Данная модель может унести до 90 килограммов, подниматься выше 2000 километров и лететь до 20 километров. В целом, мы его облетали, полетали, доставили и грузы, и подарки доставили. Летает очень классно. Моторы не такие шумные, как на обычных вампирах там стоят. Они летят, их уже слышно. А здесь... очень тихие моторы, и выигрываем тем, то, что мы можем лететь высоко. На этом аппарате также дневная и ночная камера стоит, тепляки все. Сразу же можно, захотел день, захотел ночь, поставил. Очень классный аппарат. Скажи, пожалуйста, чем работает электричество на бензине? Это полностью сделанная электричка. Электричка – самый лучший вариант. Достал кейсы аккумуляторные, поставил генератор, есть специальный генератор, зарядил и быстренько обратно поставил и полетел. Все на электричестве. Этот дрон можно использовать так, как на подвоз, доставлять подарки на дальнее расстояние. Все, что можно доставить на передок и за куда-то увезти, утащить что-то, все можно сделать на нем. Можно эвакуация человека с это? Если придумать здесь носилки сделать, то, скорее всего, да, можно будет. Еще не испробовали, но в дальнейшем будем пробовать. Ну, 90 килограмм, если взять в целом бойца, штурмовика, 60, 70, 80 килограмм, то спокойно сможет утащить. Насколько он управляемый? Все легко и просто. Все управляется так же, как DJI. И еще вопрос. Дальность, если не секрет. Дальность. На самое дальнее мы летали 30 километров на нем. Ну, высота была у нас больше 2000 километров. Спускались на 1000, разведывали, посмотрели. Ну, самое интересное, это было проверить, насколько далеко он летает. Но в зависимости от того, что мы полетали очень долго, и заряда батареи бы не хватило вернуться назад, мы начали возвращаться назад. Связь была стабильная, нам все понравилось. Это трофейная. Здесь у нас представлен украинский дрон и наш дрон. Наш дрон – это ответка Баба-Яге. Наш несет очень много. До 90 килограмм. Здесь у них до 20 килограмм нагрузка. У нас 90. Летим дальше. Летим тише. Сделали намного лучше, как все и ожидали. Что надо маленько времени, и мы сделаем намного лучше дрон. И откуда этот дрон?
Это в России изобрели, сделали агродрон, переделанный полностью под нужды СВО, под наши задачи. Оптику можно приделать куда угодно. Можно на этот, постановить, можно на танк, хоть куда. So, принцип оптики – это не очень сенсация уже. Для нас уже да. Как обыденное. Раньше как радио было, так же сейчас как оптика. All right, so we see a Ukrainian drone knocked out of the sky. And the answer to these Ukrainian drones, or, well, the response, you could say. And we understand that these optic, fiber optic controls aren't something that's so advanced anymore. Pretty much anything can take one of these fiber optic controls. I mean, it's basically just short, small line that resembles fiber fishing line and is wound around here. This in particular one has 15 kilometers of line in it, and some have up to 50. It could go on this tank, this mini tank. It could go on this huge aircraft, huge drone. Or it could go on a little bitty drone. I wouldn't be surprised if we see motorcycles with these on soon. Fact is, it's just not so advanced anymore. Back 2 years ago when they first came out, Russia's unjammable drones, wow. Now they're putting them on everything. It's the new standard almost. But, you know, these aren't my words. These are what Russian forces have to say. You see things that here that you're not going to see in the Western mainstream media. You deserve more. I want you to see things here and see things on the other side as well. Don't let anyone tell you you shouldn't see some information because it doesn't fit a specific narrative. You deserve more. Get as much information from as many different sources as possible. Not just war. Not just, you know, just daily life. Think about the person you're speaking to. Maybe they have something else in their mind, and you should try to understand them. Always get better in life. Educate yourself. And always see that, you know, the other person always thinks they're doing good. No matter if you think someone's, you know, evil or just a bad person or something like that, always remember that they think they're doing the right thing. They think they're doing good. And think about that. Think about maybe what's in their mind. And maybe life will get better for everyone if everyone's like that. But, you know, we're here on the front line. Right now we're getting ready to go to battle. So we got a lot of information to come. Let's show the world together what they're not going to see in other places. You deserve more. Please like, share, subscribe. Remember, I'm an independent crowdfunded journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. We're out. Let's go to the front.